Привет, друзья! Сегодня приготовлю простейшую закуску из баклажанов. Готовится она очень легко. Кружочки баклажанов запекаются в духовке и подаются с помидорами и чесночным соусом. Я буду использовать баклажаны сорта граффити. Если вы не пробовали еще такие баклажаны, очень советую попробовать, вам точно понравится. Баклажаны нужно предварительно помыть и нарезать тонкими кружочками приблизительно 5 мм. На противень выкладываю кружочки баклажанов. Баклажаны я буду именно запекать, такой вариант мне нравится больше, чем баклажаны, жареные на сковородке. При жарке баклажаны как губки впитывают растительное масло и получаются очень жирными. Сверху баклажаны совсем немножко поливаю растительным маслом. Запекаются баклажаны, готовлю соус. К майонезу добавляю чеснок, выдавленный через пресс, и добавляю плавленый сырок. Хорошо перемешиваю. К соусу добавляю еще мелко нарезанный укроп и также все хорошо перемешиваю. Баклажаны запекали в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Теперь баклажаны нужно совсем немножко посолить. Охлажденные баклажаны буду смазывать соусом. Из баклажана формирую вот такие столбики. Для украшения сверху мне еще потребуется мелко нарезанными кружочками помидор. Сверху выкладываю дольки помидора. Такая закуска будет намного вкуснее, если ее охладить перед подачей. Друзья, надеюсь, вам понравится такое блюдо, ведь оно готовится очень быстро и легко, а получается действительно очень вкусным. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами и полезными советами.